Накануне в СВФУ подвели итоги так называемого воркшопа под названием «Скверы города Якутска», расскажет Саргалана Федорова. Часто в нашем городе жителям негде прогуляться с ребенком, назначить встречу или пообщаться с друзьями. Программа «100 скверов» призвана изменить ситуацию в корне, создать культурные и безопасные места отдыха. Студенты и преподаватели, архитекторы и градостроители встретились обсудить идеи обустройства скверов. У нас есть сквер округов. Решили провести воркшоп, то есть это быстрое эскизирование проектов, объектов. Каждый округ заинтересовал их всех. И очень такая емкая, хорошая, красивая работа получилась. 10 команд придумали, как преобразить скверы в 8 округах города. Главный принцип конкурса – полная открытость и прозрачность всех процедур. У команд была одна неделя, чтобы, учитывая потребности людей, разработать совершенно новый, полезный объект, делающий публичное пространство более красивым и удобным. Мы выбрали центральный округ, озеро Щорс. Мы сделали несколько пирсов, чтобы люди могли там отдыхать. Сделали благоприятную обстановку для лебедей и уток, чтобы все было это цивильно и красиво. Талантливые архитекторы и дизайнеры вместе со студентами отработали вместе с каждым округом. Студенты научились применять инструменты дизайн-мышления и создавать человекоориентированные решения. Команда, которая работала над сквером Октябрьского округа, озаботилась созданием места комфортного пребывания всех возрастных групп с учетом интереса каждой. Первая половина, они желают на своей территории внутри двора сделать гараж автоматизированный. Другая половина, чисто сквер, так, зеленая зона. С детскими площадками, спортивными площадками и тренажерными. Самые успешные три проекта – сквер Амсай, сквер Лебединое озеро и дворовый сквер по улице Федора Попова – эксперты включили в программу «Народный бюджет». Эти идеи будут доработаны и реализованы до 2020 года. Саргалана Федорова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.